Мы хотим поделиться опытом, как мы воспитываем у детей с самого раннего возраста чувство патриотизма. Начинаем мы это делать, естественно, с самого раннего возраста. Детей мы знакомим сначала с ближайшим окружением. Это дом, семья, это улица, это город. Потом это наша большая страна, а потом уже это большой весь мир. Мы приехали на стажировку в город Севастополь. Стажировка посвящена патриотическому воспитанию и такому интересному курсу как у вас, как «Севастополеведение». У нас в составе делегации 42 человека, из них 8 представителей Московского института открытого образования, и остальные – это педагоги различных образовательных учреждений города Москвы, гимназии, общеобразовательные школы, кадетские корпуса. Что хотим посмотреть у вас? Хотим посмотреть на опыт работы наших педагогов, хотим посмотреть, откуда в детей – у жителей Севастополя такое чувство патриотизма, чувство любви к родине, к России, как это воспитывается. Смотрим на методику, смотрим на детей, на своих коллег, общаемся, делимся опытом, выступаем со своим опытом ведения, скажем так, мероприятий, уроков. Ну, в частности, делимся даже с учителями опытом, как проводить ОГЭ, ЕГЭ по истории и обществознанию, потому что для вас это история России, обществознание, новые дисциплины. Педагоги работают только второй год по этим новым программам, переходят на новые ВГОСы. Просто дышим запахом Севастополя, вдыхаем ваше прекрасное героическое прошлое. Ну и чувствуем ритм Севастополя, наверное. Где же побывали, что запомнилось? Побывали мы уже в гимназии номер 8 в Севастопольском государственном гуманитарном университете. Знакомились с представителями диаспор. Были в детском саду номер 20. В перспективе у нас еще ряд учебных заведений, в частности 46-я, 47-я школы. Насколько мне известно, это школы, где этносоциальный компонент используется. То есть будем на уроке татарского языка, будем на 35-й батареи, ну еще много где, я думаю, будем. Эта программа уже развивается, потому что ну, в нашей делегации, пожалуй, из педагогов я единственный педагог, который приезжает уже на второй этап стажировки, потому что первая стажировка у нас проходила в январе месяце, и вот сейчас просто мне интересно, как историку, как обществоведу, мне интересно посмотреть вот именно на патриотическое воспитание, поэтому, когда мне предложили приехать во второй раз, я, естественно, приезжаю, и общаясь с нашими коллегами, я просто знаю, что многие из тех, кто был в предыдущей делегации, уже наладили отношения со школами Севастополя. Дети уже приезжают в Москву. Московские дети проводят для них мероприятия, проводят экскурсии специальные. Они посещают театры, они посещают выставки. И я знаю, что уже дети московские приезжали сюда в сентябре месяце. И вот теперь в ноябре опять будет ответный визит школьников Севастополя, которые, в общем-то, примут участие даже в выездном лагере для детей и школьников. Именно поэтому здесь уже работа ведется. Мы как раз вот налаживаем отношения со своими школами-партнерами. Вот, в частности, у нашей гимназии 1530 школа-партнер, 6-я школа города Севастополя. Там очень приятный коллектив, очень хорошие дети. Вера Анатольевна Богатикова, конечно, удивительный историк, удивительный человек. Вот, поэтому мы уже общаемся, мы уже налаживаем отношения. И, конечно, в перспективе мы будем общаться. И не только педагоги, но и дети будут общаться, я думаю. Они уже общаются, они уже приезжают.